гражданскую, гражданскую. Гражданскую, конечно, другое дело. Та война удобнее была. Враг был хорошо известен. Опять же, и оружия не было. Тогда шашкой поймали, пулей, штыком. А теперь, сказывают, мало что там, так из него еще огонь кидают. Примерно, сказывают, на морскую милю или более того. Вот ты и стой против такой чертовщины. Обыкновенный огнемет. И милия да ни к чему. Зря вы ее приплели. Обыкновенный огнемет бьет, ну, на 100 метров от силы. Вот. А у нас на вооружении тоже такие есть. Да, ты да. Все знаешь. Как знаю. А то ты не знаешь, что ты есть на сгал. И хоть ты сегодня в армии идешь, я тебе скажу, на сгал. Я человек пожилой, свое отвоевал. Имел отличие, чин, а ты кто? Ты сопляк в военном деле, рядовой. Вот все твои чины заслуги. Я, может, что и не так скажу, а ты имей уважение. Смолчи. Нет, все себя вперед всех суешь. Как-то со своей головы много не наваливаешь, нет? Вот заел, смех слушать его. Дядя Вася, ведь что было, быльем поросло. Одни сказки остались. Будь здоров. Врешь, врешь, не сказки. Врешь, ишь легкой какой, сказки. Я с той сказки руки лишился. Тебе, сопляку, свободу добывал. А ты с той сказки 20 лет горя не нюхал. Ходил, девок по проулкам водил, меха на гармонь не рвал. Где все гулял? Тоже ведь работал. Это ты полработы работал. А вот теперь отдавай должок за наши сказки, вот. Пустой шум. Некрасиво ставь всех, Константин. Отойди к сторонке. Тут народ постарше тебе говорит. А тебе пока шум да глупость. Довольно, довольно. Иди он около девчат объясни. Соври что-нибудь там с геройством, они это любят. Иди, пошел. Объяснили. Тося, я ведь сегодня ухожу. Неужели? А я не знала. Вот насколько ты бесчувственный. Давай пойдем. Уйдите. Может, не увидимся никогда? Ой, так значит, не судьба. Какая может быть судьба? Я в судьбу не верю. Взять бы тебя, вот и вся судьба. Как это так взять? Я даже не понимаю, как это можно взять свободного человека? Ну, расписались бы, делу конец. Миш, какой ты хитрый. Вот списался сам в армию, а я, мол, здесь приятно, может, да, не вернется ли, нет ли. А то еще вернется, привяжет, с кем гулял, да кого за руку брала. Нет, брат, шутишь, смеешься, не так и напал. Тось, я ведь воевать иду. Я с негорах молотит. Может, убьют меня? Убьют? Второй в церкви помянут за упокой души раба Божьего Константина. Что? А я в Бога не верю. А кто в него верит-то? Удеть сюда. Я в тебя верю. Ну, то я и не обещала. Так ведь гуляла со мной. Вам с кем пройдешься? А третьего дни? А про это забудь. Вот и я
я дождался своей симпатии. Ну что ж, кума, танцуем? Ну что ж, поднимайся, жанут, отпивай. Забыл я уже три месла. Прекрасно-то тоже забыть, не напоминаю. Как ступить, его право. А я на без очереди. Ну что, не откажи. Спасибо хозяевам за угощение, воинам победы оружия, чтоб вернулись домой целые и невредимые, а Гитлеру смерть от вашей верной руки. И все вперед, народ. Весь порядок нарушает. Налейте ему еще, храбрее будет. Правильно. Счастливо, Егор Степанович. Счастливо, Константин Дмитриевич. Счастливо оставаться. Ты вот фигура. Всю музыку испортил. И что сказать хотел, зашибло. Да. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Что она твоя? Ушли-то. Как пришла, так и ушла. Тоже. Нет, налился-то. Тоже, что ж, не попрощаться не надо. Ну, что так три раза прощались. Ну, как же прощаться? Тоже, и еще. И еще, Тоже. Ну, и еще. Вот и еще. Обрусовился. Воин, прости господи. Тот! Что ж это, вещь? Да. Тот! Забыла бы, что ли? Муж уходит. А это молчит и молчит. Вот она, нынешняя жена. Легче убить тебя сейчас, чем вот так оставлять. Как так? Вот так, на чужие глаза, на чужую волю. А у меня своя воля есть. Велика уж ваша бабья воля, на первого мужика. Нет. Нет, я сильная. Сильная. А это ж какая такая ты сильная? Я сильнее всех. Вот я сколько передумаю, ничего не скажу, только смолчу. Который раз ты придешь с работы, бросилась бы, обняла бы тебя, сдушила бы до смерти. Опять смолчу. Нюр, давай есть, садись. Вот и весь наш с тобой разговор. А я, может, в голове-то все слова тебе сказала. Как же я не сильная. Ну, говори, говори, еще говори. Че говорить-то? Ну, вот это вот все и говори. За всю жизнь не перескажешь.
Одно я только тебе могу сказать. Ничего этого не будет. Так что зря ты себя не терзай. А ты не зарекайся. Кто его знает, сколько ждать придется. Ты дождешься. Пождешь, пождешь, а потом и забудешься. Солдатка моя. Забудешься. Я думаю, сознательная женщина этого себе не позволит. А ты сознательная? Я-то не знаю. А только ночами ты спишь. А я думаю, думаю. И все про войну, все про войну. Ты сдай, потом слезы пройдут. Сегодня и слез нет. Говори, говори еще. Чего говорить-то? Ты раньше меня спрашивала. Я бы много тебе что сказала. А теперь за всю жизнь перескажешь. Отсюда на станцию пойдем! Раньше время не хоронишь, мамаша. По вагонам! Сыночек мой! Самого фронта проводить хочет. Упадет бабочка, зашибется и испортит всю свою красоту. Упадет. Твоя, что ли? Да, моя. А ну-ка, позволь-ка, друг, позволь-ка, я дверь Thank you.
мальчик, ты не видел, здесь бабушка была? Видел. Вот тут была. Поезд тронулся, забилась. И две женщины взяли ее и унесли. Ревут, ревут. Кругом женщины ревут. Хотите кусочек? Нет. Проводили. Проводи. Брата или мужа? Муж. Да, теперь все провожают. Все пришло в движение. Вся страна. Одни приезжают, другие уезжают. Вот мы, например, приехали. А вы здешние? Здешние. Вот видите, вам уже лучше. Николай Петрович. Что такое? На шестом пути началась разгрузка, бригадира нет. А Власов где? Знаю. Поставьте пока на его место Колобова. Колобов! Колобов! Завод здесь думаете строить? Да, вот именно завод. А с вами-то вы откуда будете? Мы из Ленинграда. Не бывали? Зря. Прекрасный город. Поселиться где же предполагаете? Везде, где найдем только крышу. Нас много, много нас. Здравствуй, Сергей Сергеевич. Здравствуй, товарищ Лукин. Здоров? Здоров, ничего. А дочка твоя? Дочка тоже ничего не жалуется. Да чего же мы с тобой грязные, Сергей Сергеевич? Помыться бы нам не мешало. Да, помыться бы не вредно, Николай Петрович. Но понимает, такую же грязь после бани одевать не захочется. А что, смены нет у тебя? Нет, откуда ж? Ну ничего. Как-нибудь придумаем что-нибудь. Да откуда же они такие-то? Да все оттуда же, оттуда, от войны. Что же, родители у них нет? Нет, родителей у них пока нет. Сергей Васильевич, ищу вас, Николай Петрович. Так оно успеет. Положение такое, вас тут нечем, дают клуб пока. Уже крыша, разве что крыша. Помещение недостроено, свищет во все щели. Думаю, на первое время туда женщин и детей. А мужчин куда? А мужчинам первой ночи все равно спать не придется, будут завод восстанавливать. Теперь только вам помещение подыскать. По вашей логике выходит, что я какие не мужчина, а? Ну какой вы мужчина? Вы директор, Николай Петрович. А всех остальных в клуб. Какая уж может быть жизнь в таком помещении? Там и дверь-то еще не навешена. Да, с дверьми оно, конечно, легче. Дверь закрыть можно и никого не пускать. Что-то ваши хозяйки не очень-то нам двери открывают. Значит, квартиры у вас нету? Нет. То есть, теоретически, конечно, она есть, но практически нет. Тогда пожалуйте к нам. У нас как раз помещение освободилось. Вот видите? А вы говорите, двери не отпирают. Не те двери стучались, товарищ Козырев. А Никеев Николай Петрович, будем знакомы. А ваше имя, отчество? Свиридова Анна. Анна. А дальше как? Ивановна. Анна Ивановна. Прекрасно. Козырев Алексей Васильевич. Так где вы живете, Анна Ивановна? Петропавловская, 27-й дом. Петропавловская, 27-й. Надо записать. Ну, тогда, если разрешите, мы сразу к вам. Пожалуйста. Вот что. Соберите всех начальников. Сядем, не откладывая в долгий ящик, решать дела. Правильно. Алексей Васильевич, ох, гора с плеч, сейчас хозяину такую квартирку оторвал, вот, доволен будет. Пойдем. Мама, я к вам. Тетя. Я о чем, мама? Народ к нам понаехала, страсть. И да чего все мучаются, глядеть нельзя. И вот я думаю, мама, чего ж у нас будет свободно эта горница стоять? Ну, вот, разумею. Право, я удивляюсь вам. Неужели не русские мы люди, мама? Вы как хотите, а я уж пообещала. Люди пришли, в сенках ждут. Да ты чё, рехнула с овца бешено. Да я и тебя-то в ту горницу не пущу, не то, что каких приблудных с улицы. Еще в сенки запустила, а? Да вот я их сейчас веником отсюда всех! Здравствуйте. Проходите, товарищ Никеев. Вот сюда и проходите. Спасибо. Здравствуйте.
хорошо живете, чисто. Товарищи, ноги вытерли? Вытерли, Николай. Вот ноги вытерли, да плохо. Пожалуйте-ка еще раз половичку. Здравствуйте. Уехали. А я прощаться пришла. Экс похватилась. Старых хозяев провожать пришла. Опоздала ласточка, к нам уж новые понаехали. Так что же, вероятно, сама хозяйка? Да, это как раз мамаша хозяйская, Мария Гавриловна. Вот видите, как нехорошо получается. А я не познакомился с ней. Ну что, познакомиться еще успеете. Что, сердитая? Нет, так она у нас добрая. А сегодня сын проводила. Что это? Руки вымыть хотите? Спасибо, с удовольствием. То есть слеем? Уйди отсюда! Али, и тут мне места не найдется. Я за капустой, мама. Уйди отсюда! Что ж это такое делается? Не успела проводить, тело отломала. Вот это уж нехорошо. А что, если я вмешаюсь? Да что это вы? Только хуже сердится. Пускай сама отшумит. Отвоевала. Вот это зря. Кушайте, не стесняйтесь. Сейчас самовар скипит. Садите пока к столу. Вот это называется устроился человек. Слушай, девушка, а у вас где-то не найдется комнаты для меня, а? Нет, какая у нас может быть комната? Не найдется. Найдется, не найдется. Так где ж такое? Да все там же. Разъезжая улица, дом 16. Там не найдется. Где? Ух, прелесть какая! Эка набросились. Так угощаю же, Николай. Вы и рады. А я и рад. Нет, товарищи, я не рад. Трудно нам будет. Да? Очень трудно. Что я забыл? Забыл. И вы мне понадобитесь, Александр Иванович. Идемте, пожалуйста. А, замечательный тук, Николай Петрович. Рекомендую вам. Нет, так не выйдет. Давайте-ка мы угостим хозяев. Так чем же угостить? Ну, давайте, давайте, угостить? Не скупитесь. Вот вы, Сластена. У вас обязательно есть конфеты. Ставьте на стол. Да откуда у меня конфеты? Ну, ставьте, некогда торговаться. Одна, две, три, там сколько. На. Вот колбаска была здесь. Это к чему же? Все-таки мы хозяева. А вот и нет. Вы меня пригласили не в гости, а я, так сказать, на правах жильца. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Пожалуйста. А я пока что приглашу Марию Гавриловну, если не ошибаюсь. Попробуйте. А вот и попробую. Очень прошу, не попрезгуйте с нами, Мария Гавриловна. Закуска у нас не богатая, но уж не обессудьте. О, пожалуйста, Маня. Садитесь. Садитесь, будем рады. Ссориться нам нельзя. Так-то она не слышит, вы погромче ей. Ах, вот что. Я говорю, жить будем вместе, так что, мол, ссориться нельзя. Вы хозяйничайте, прошу вас. А мы тут о делах поговорим. Пожалуйста, Маня, угощайтесь. Спасибо. Конфетки. Вот это возьмите, вот это. Лотос, лотос, пожалуйста. Спасибо. Что ж так-то? Не уж не рад. Ничего, кроме капусты, в доме не нашлось. Пожалуйста, не беспокойтесь. Ну, как уж тут беспокойство? Все-таки здешние люди, уральские. Не нище живем. Юра, вы
Возьми-ка там в голубце яичек, да свари в самоваре. Чудеса. Рассказать не поверь. А ты своей скажи. И там убежать. Ну так как, молодая хозяйка, приходить или нет? Ну что ж, зайдите. Вот это так. Товарищ Рыбин, здравствуйте. Ну вот, атакуйся, мол, нравится народ холодный, негостеприимный. А вас тут, я вижу, целый банкет. Да нет, жаловаться нельзя, принимают очень хорошо. Тут и есть, значит, дело пойдет, коль так принимают. А это, надо полагать, сама хозяйка. Да уж не знаю теперь, как и сказать. Были вроде хозяева, а теперь уж не знаю. Это почему ж так-то? Да так уж получилось, не от нас зависимо. А вы тоже к нам селяетесь, или как ли? Нет, я проведать заехал. А жилье у меня есть, на ваш не посягаю. Я это думаю, что уж как будто и некуда больше. К чему вы это, мама? К чему только говорите? Деда ж товарищ Рыбин из области. А по мне хоть кто. Я все равно скажу. Хоть из области, хоть из Москвы. А что есть, то скажу. Говорите, говорите, мамаша. Говорите, или не так что? Вижу одно. Поступаете против порядка. А я за этот порядок. В 19-м годе мужа проводила воевать, да обратно не дождалась. И сейчас двоих на фронт отправила. Да уж не знаю, доведется увидеть ли, нет ли. Не успели проводить, а вы вот что делаете. А что ж мы такое делаем? Простите, мамаша, что-то я вас не пойму. Товарищ Рыбин, очевидно, молодая хозяйка. Позвольте, товарищники, дайте нам договориться. Пожалуйста, пожалуйста. А, так что же? Да зачем людей вселяете? Где такое право есть? Ах, вот оно что. Теперь понимаю. А я-то думал, у вас полюбовно все. Еще хвастался. Ха, нехорошо, нехорошо получается. Фу, нехорошо. Вот, дорогой человек, видно, правда-то не каждый раз хорошо слушать. А тоже я не спрячешь. Это вы правильно, мамаша. На вашем доме не свет клином сошелся. Ну, да ведь я не гоню. Товарищ Никита, да. Тут вышло маленькое недоразумение. Но ничего, уладим. Придется вам переселиться. Да, тут у меня родственники есть, вот там вам будет хорошо. Да, товарищ Рыбин, зря все расстраиваете. Эта бабушка у нас такая характерная. Никто к нам никого не вселял, сама я людей позвала. Разве что именно товарищу да неудобно. Нет, спасибо, Анна Ивановна, спасибо. Зря только столько беспокойства вокруг наших удобств. Товарищи, дела поважнее есть. Прежде всего, надо расселить людей. Затем надо людей помыть. Помыть не удастся. Почему это не удастся? Бани нет. Как? То есть как бани? А так не построили. Вот я баню поставлю, тогда помоем людей. Позвольте, позвольте. У нас на Урале народ живет в чистоте. Ну уж не знаю, как они там устраиваются. А в бане моемся? Пожалуйста. А где же у вас баня-то? Да при каждом доме баня есть. Что ж прикажете обойти весь поселок и каждого попросить баню затопить? Так что ли? А как же? Конечно, придется обижать, попросить людей. Товарищ Рыбин, у меня ведь не десятки и не сотни. Знаю, знаю. Товарищ Лиридова, Нюра, возьмите на себя это дело. Подсобите людям. Ну, а что же, мне недолго. Ну, что скажете? Ничего не скажу никак. Садитесь, товарищ Рыбин. Поговорим о заводе. Ну ты его пей. Я скоро, мама. Боятся. Говорят, баню вымоешь, на улице не выгонишь. Пословица не дурна. Ну что, пусть я оставляю для себя. Да не больно-то. Говорят, не выживешь потом. Правильно рассуждают. И не придется выживать. Будем жить до конца войны. Вот видите. Конечно. А вы-то как думали? Да я понимаю. И остальные тоже понемногу поймут. Действуйте, действуйте, надеемся на вас. Антонина. Не отстану от тебя. Возьми хоть двоих. Измучился я с нашим народом. Одного пустила, больше не возьму. И не проси. Пойду не то, бегу еще все. Люди!
мужики, спасайте от женщин, детишки, мы дождем деньги. Некрасиво, некрасиво делаете. Ты куда, Снюра? Гляди, смоет в речку рыбам на прокорм. Я тебе что сказала? Иди домой. А ты чего выпилилась? Правильно ведь Нюрка говорит, надо подсобить людям. Иди, красавица, иди, не оглядывайся. Что ты, тетя Тоня, ливень-то какой? Принесу. Положить-то я сегодня не должен. Ну вот и мы. Надо же, что делать? Тетя Паша, ты гляди, к чему их тут понабил. Не то берись ты к себе домой, там разберем, кто чей. А все-таки... Да вот видите, я знал, что так. А все-таки расшевелил я народ. Гроза расшевелила, не знаю, как сказать. Только бегут наши папы, сейчас всех по домам разберем. Подойдите, пожалуйста, устройте. Гражданочка, пожалуйста, ко мне отсушаться. Спасибо. А это что же, ваш ли, нет? И... Мое, все мое. Ребятки, а вы держитесь за подол, не то унесет вас водой. Надо же, ливень какой. Все, что забрали. А ты куда это нахватываешь? И так, что ты думаешь, съедаешь? Пришла. А что ж, я хуже других, что ли? Ко мне пойдете. Охотничайте. Да, балуюсь. А сейчас так больше для порядка прихватил. Посижу, думаю, по караулю, а то время тревожное, долго ли до греха. Большие миллионы поди-ка здесь. Десятки миллионов золотых рублях. Десятки миллионов. Выходит, большое хозяйство к нам забросили. Самый первый завод стоит. Однако, самый первый, как будто по нашему государству, алмаз считает. Наш не уступит. Вот разве что не уступит. Это так. Может быть, сейчас гуляй. Ой, дядя Вася, насколько ты сердит, смотри, застрели меня. Ай, то выстрелит тебя и дело с концом. Все равно, ни проку от тебя, ни радости. Так же репьем растешь. Не торопись убивать-то. Дай пожить маленько. Может, ж тебе сгодится. Вот поговорим. Здравствуйте, хозяйка. Чего не спите, а? Присаживайтесь. Пустил полную квартиру, народ, самой лишний. Душ ваш комната порожнее стоит, вас ожидает. Вы не сомневаетесь. Значит, не забываете меня? Душ, как вас забудешь? Да? Никто меня не забывает. Всюду ждут. В поселке ждут, на вокзале ждут, всюду ждут. Все на мне, честное слово. Да как же все? Начальник ваш, видно, тоже заботливый человек. Сейчас иду по улице, он опять бежит куда-то, торопится, рукой намахивает. Намахивает. Большой человек. Горячий.
Только вот не может он во всю эту музыку вникнуть. Ведь его дело приказать, а мое обеспечить. Обеспечить. Вникаешь? А? Озябла? Ничего. А, озябла. Эх, хозяйка, хозяйка. Спасибо вам. Да вы не беспокойтесь. Как же не беспокоиться? Я теперь спокойно. Ой, мам, как хорошо, как хорошо. Вот кто семейный, так те все устроились. Баню намыли, теперь сидят, чай пьют. Мне уже чаем поят. Ага, мам, поят. А ребят все спят, только наш не спят. Левее, левее, держи! Левее, говорю, как раз во враг угодишь, а такую штуку спалишь! Везет все равно, как кислое молоко! Темнота, ей-богу! Никиев, Николай Петрович. Совершенно точно. Очень рад. Здравствуйте. А как же вы меня разыскали? Да вот, дали мне ваш адрес. Ну что, я думал, что у меня и адреса-то никакого нет. Ну что ж. По крайней мере, никому не удавалось никогда его разъяснить. Вот в обкоме мне совершенно точно разъяснили. Это что же, в областном комитете партии? Да. Это очень интересно. Присаживайтесь. Благодарю вас. Одну минуточку. Вы что же здесь? Один, без семьи. А я теперь всегда один. Моя супруга скончалась. В пути. Детей мы раньше стерели. Теперь вот чужим ребенком занимаюсь. Дети так вот. Да. А я ведь за вами, Иван Андреевич. Хочу вас приглашать к себе на завод. Как на завод? Это так неожиданно. Что неожиданно? И потом я служу. Это на ком же заводе? А я не на заводе. А где же? Я в школе. В школе? Да. А что вы там делаете? Преподаю вот, арифметику, алгебру, геометрию. Да. Это очень интересно. Инженер-энергетик в школе. Как же так можно? А что, разве это плохо? У меня для вас крайне серьезное дело. Я вас слушаю. Видите ли, наше воздушное хозяйство застряло в пути. А у меня стоит компрессор на 45 тысяч кубов. Наш или англичанин, немец? Да, немецкий. Ну, я об этом вам расскажу потом у себя дома. Он не работает. И вот если вы не оживите это сооружение, то я просто не знаю, на кого рассчитывать. Это очень лестно, конечно, для меня. Но, по-моему, вы меня переоцениваете. Да нет, ну что? Одну минуточку, я вам. Ну как же так можно? Ведь я как-то совершенно не в форме сейчас. Вы знаете, у меня голова не тем занята. Я боюсь, что я не справлюсь сейчас. А вы знаете, вам надо немножко сейчас подышать заводским воздухом. Вот поедете со мной на завод, посмотрите, как люди работают, и вам сразу легче на душе станет. Работает. Да еще как работает. Собирайтесь. Мне, собственно, собираться нечего. А как же школа? Школа.
Ну, это я возьму на себя. Собирай. Поедем. Вот моя стена. Да. Саквояж. Это же можно от холода покрыть. Вот так вот и живем. Едем. Вы когда-нибудь здесь бывали? Нет, первый раз. Стыдно. Живете на Урале и не удосужились посмотреть. Если бы знали, как нам здорово помогла эта махина во время нашего переселения. Все вот это вот выросло в последнее время. И живет теперь? Да, мне хуже, я на отлете. Но иногда приезжаю и пощипываю в меру сил. Да. Да-да, вот посмотрите. Пройдите, пожалуйста. Раздевайтесь. Сейчас я вас развлеку. Вот вам ребус. Как видите, чертеж турбокомпрессора на 45 тысяч кубов. И чертеж, и компрессор прислали сюда немцы перед самой войной. А что, все, да? Угу. Это слепой чертеж, тут же никакие детали не указаны. Был у меня однажды такой случай, тоже со сборкой. Угу. Вот видите, а вы не хотели сюда ехать. Да, но только тогда ничего не вышло. Это было мирное время, сейчас война должна выйти. Это что же, все ко мне? Да-да. Это Свиридова, Анна Ивановна, что? Да-да-да. Ну, пусть зайдет. Ну, разглядывайте, разглядывайте. Сейчас покажу вам машину. Здравствуйте, Анна Ивановна. Здравствуйте. Знакомьтесь, пожалуйста. Товарищ Курочкин Иван Андреевич. Свиридова Анна Ивановна, наша квартирная хозяйка. Очень хорошо, что вы пришли, Анна Ивановна. Товарищ Курочкин у нас человек новый. Так что, пожалуйста, проследите первое время за тем, чтобы его у нас получше приютили. Хорошо, постараемся. Слушаю вас, Анна Ивановна. Я к вам официально, Николай Петрович. Это как же? Ну, вот именно что по делу. Пожалуйста. У меня есть решение поступить на завод. Очень хорошо. Вот деньги. Свиридова Анна Ивановна. Так-так. А это что же у вас такое? Это письмо. От мужа? Вы что ж, хорошее письмо. Здоров, не ранен. Как раз раненый лежит. В госпитале. Но пишет не сильно. Садитесь, пожалуйста. Письмо хорошее. Я от этого письма и жизнь свою поломать решилась. Интересно, что же он вам пишет? Хотите, прочитаю? С удовольствием, послушаю. Садитесь, пожалуйста, поближе. Вот я отсюда прочитаю. Нюра. Нюра, мы здесь часто слушаем, также читаем в газетах. Пишут про Урал. И эти сообщения Нюра я читаю раньше всех. Описывают, конечно, заводы, но я, Нюра, вижу не заводы, а тебя перед глазами. Какая ты есть и какой я тебя оставил, не знаю на кого. Хотя ты и говорила, ничего этого не будет, но Нюра... Ой, не отсюда я читаю. Сколько насмотрелись мы горя по тем деревням, где побывали немцы. Вы этого, Нюра, не знаете и, слава Богу, знать не можете. Но я пишу тебе... И передай всем, что хуже их нет ничего. Слишком много допускают зверств. Нюра, когда товарищи спрашивают меня, что где работает твоя жена, то я заявляю им, на заводе, хотя и не знаю. Но уверен, что ты, Нюра, не останешься в стороне и всем объяснишь. Оружие бывает еще маловато, и тут вся надежда у нас на Урал. А меня, как уральца, частенько товарищи спрашивают, сколько, мол, может обеспечить Урал? И я отвечаю безгранично до полной победы. Сейчас лежу в госпитале, и все, Нюра, думаю про тебя. Да, теперь скажите, Анна Ивановна, где же вы надумали работать? Какую специальность хотите избрать? Я сейчас... Здравствуйте.
Вот Сергей рекомендует, что именно в бронекорпусной. Бронекорпусной? Да, по-моему, ко мне на сварку. На сварку? Да, у меня там сейчас женщины есть. Разумно. Ну что ж, поставим вас на сварку, Анна Ивановна. Можно идти? Пожалуйста. До свидания. Видите, Анна Ивановна, как получилось. Недавно я хвастался товарищу Курочкину, какие знаменитые щи вы умеете варить. А вот вы щи бросили и надумали варить металл. Выходит, не ест там теперь ваших щей, Анна Ивановна. Ну, это одно к одному не касается. Сегодня же наготовим. Пожалуйста. Вот что, дорогая моя, дайте-ка мне номер 33632, а потом пойдет добавочь, правильно, 19. Вот молодец, все знает. Кто это, Клава? Женя? Ну давай, Женя, действуй, время военное. Угу. Сеня! Семен Семенович. Сень! Привет, это я, Алеша. Ну, как Париж, горный орел? Я говорю, как летаешь? Летаешь как? Кто общипал? Да что? Да что ты? Скажи на милость. Слушай, что-то он у нас люд стал последнее время. А? Да? Слушай, Семен, Семен, переживи. Я говорю, переживи. Угу. Ты лучше скажи, ты что просил-то? Ну, раз спрашиваю, значит, могу. Что мне надо, это разговор особый будет. Так, погоди, не торопись. Давай, записываю. Так. Так. Да-да. Зачем пришла? Так Леша же. Какой я вам Леша, ебу? Надо же знать время и место, честное слово. Да. Слушаю, Сенечка, слушаю. Так, записываю. Есть. Что у тебя там? Чебаки жареные. Чебаки. Господи, надо же выдумать такое слово. Забирай своих чебаков и иди отсюда. Да слушай, слушай, Семен. Нет, милый мой, этого я тебе сам могу тонны три бросить. Ну, конечно. Так. Так, Леша, вы же голодные. Ничего, как-нибудь перебьюсь с хлеба на квась. Записываю. Есть. А плакать будешь за воротами, ясно? Давай уходи отсюда. Так, так, Семен, я считаю, что договорились почти. Да. Прошу заметить, почти. Вот так. Ну, будь здоров. Будь здоров. Привет. Я, Козырев, на проводе. А где он? В Кузнечном? Ну, сейчас приду, ладно. Ладно. Не работаете. Ведь вот ставит мне доску. А я говорю, что не мне, а Курочкину ставит. У меня вон помолота вынуждена без воздуха стоят. А я тут бьюсь и даю. А мне доску ставят. Все, все, все. Ну-с, Николай Петрович, все-таки подняли мы завод? Нет. Да вот так. Эх, вы всем довольны. Продукции мало даем. Пять. Дернула вас, ведь, кажется, знаете человек? Нет, лезет на рожон. Я не знаю, чего он хочет. И так уж с ног валится. Чего он хочет? Продукции больше хочет. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Задыхаемся. Честное слово, задыхаемся. Я все прекрасно понимаю. Я не хочу вас нервировать, но должен предупредить, что воздух нам нужен вот... Как воздух? Вы извините меня за каламбур, но действительно нам тяжело. Зайдите, пожалуйста, ко мне на совещание. Ну, о чем задумались? Нет. О чем я задумался, Николай Петрович? Я задумался о том, что немцы под Москвой. И какой же вывод? А мы здесь отвертимся. Не понимаю. Не понимаете?
Работать надо, и побыстрее. Да, вы думаете, легко? Хотя, смотрю, вот на них они легко работают. Может быть, они чуть-чуть не задумываются ни над чем? Кто вам сказал, что они не задумываются? Поверьте мне, они думают об этом, во всяком случае, не меньше, чем мы с вами. Вот молчат и делают свое дело. А вы начинаете... Нехорошо. Не забудьте о совещании. Здравствуйте, Анна Ивановна. Здравствуйте, Николай Петрович. Управляете? Да помаленечку. Вы меня, Николай Петрович? Нет. Пожалуйста, входите, товарищи. Время, заходите. Ладно, вы на стол положите, я потом позвоню на столовую. Ну что, большинство здесь? Да. Можно начинать? Плоховато работаем, товарищи. Плоховато. Ну вот, пожалуйста. Уралмаш поздравляет нас с выполнением программы. А так что скажете? Мы действительно выполнили программу. А Уралмаш перевыполнил свою программу на 70%. Они же здешние. Здешние, а мы? Мы здесь живем, здесь работаем, мы сейчас тоже здешние. Вот давайте об этом как раз и поговорим. У кого есть какие дельные предложения? Высказывайте, товарищ. У меня есть предложение. Пожалуйста. Ну, я предлагаю снять Курочкина с работы и на его место поставить другого человека. Почему? Не справляется с работой. А другой справится? Если найдем следующего человека, надо полагать, справится. Если найдем, надо полагать. Нет, товарищ Приходько, Курочкина мы снимать не будем. Поверьте мне, это весьма несложное решение вопроса, если у человека сразу что-нибудь не выходит, снять его, а затем на его место назначить другого, потом снять другого, назначить третьего и так далее. Нет. Курочкин сведущий человек, ему надо помочь. Нет, Курочкина мы снимать не будем. Простите, Николай Петрович, я задержался ему. Пожалуйста. Садитесь. Продолжайте, товарищ Приходько. Я все сказал. Так. Благодарю вас. Не хочу. Так, товарищи, мысль ясна. Надо увеличить выпуск продукции. Надо взять от завода все и даже более. Многое, что можно было бы сделать. Да воздуха не хватает. А если будет воздух? Тогда другое дело. Позвольте мне, Николай Петрович. Слушаю вас. Я знаю, сейчас все смотрят на меня, и буквально, и фигурально, так сказать. Я отлично понимаю всю меру своей ответственности перед заводом. Но как профессионал я не могу идти на риск, или точнее на заведомую аварию. Я вообще не буду говорить, сколько я работаю, это никому не интересно, да и вообще никто из нас свое время не считает, не в этом дело. Но я просто не могу точно назвать число, когда мне удастся пустить компрессор. Хотя вот сегодня как раз... Пустые слова. Что вы? Я говорю... Работать надо, трудиться. Я вам слова не давал. Это во-первых. А затем вы эту реплику можете смело адресовать себе. Именно по вашей милости мы остались без своей энергетики. Да-да. Я за железную дорогу не отвечаю. Никак. Нет, отвечаете. Я вам сейчас это докажу. Давай, товарищ. Возьмите в очки. Тише, товарищи. Аникеев слушает. Жду трубки. Тише, товарищи, тише. Николай Петрович, простите меня, но скажите, чем вы руководствовались, обещая товарищу Сталину удвоить выпуск? Мне представляется, что в таких случаях следует руководиться реальной программой. Дорогой товарищ Приходько, единственная реальная программа для нас с вами, танкостроителей, это обеспечить полный разгром немцев. И вот это обстоятельство я вас очень прошу не забывать. Это-то так... А если вас интересует, на чем я основывался в своем обещании,
Вот, пожалуйста, на этой телеграмме. Вот тут управление Свердловской железной дороги и сообщает мне. Мне лично, а не вам, товарищ Козырев, прошу заметить, очень любопытная деталь. А как вы думаете, почему сообщают мне, а не вам? Ну, видимо, какое-то недоразумение. А вот и нет, не угадали. Потому, товарищ Козырев, что я просил ответить мне лично. Так вот, мне и отвечают. Что те самые вагоны с оборудованием, которые мы с вами ждем уже не первую неделю, прибыли в наш адрес и находятся, по-видимому, на станции. Как вы это обстоятельство не знали, товарищ Козырев? Простите меня, я понять не могу. Ну, теперь дело в срочном монтаже. Но к этому нам не привыкать. Вот вам и воздух будет. Ну, простите, Николай Петрович, о каких вагонах вы говорите? Так. Вы не знаете, о каких вагонах идет речь? Согласитесь, это по меньшей мере странно. Я, конечно, знаю, о каких вагонах идет речь, но я не понимаю, как это так получилось, что я вот не знаю от... Знаю, не знаю. Тут какая-то нехорошая путаница. Вот это уже я отчетливо знаю. И мы ее немедленно разберем. Да, сейчас поедем на станцию и разберем. Не буду вас больше задерживать, товарищи. Машину, пожалуйста, побыстрее. Николай Петрович, разрешите мне? Да, позже, позже. Прошу. Я потом вам скажу, это очень важно. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Одевайтесь, товарищ Козырев. Петр Федорович, вас тоже прошу с нами. Одеваюсь, одеваюсь, Николай Петрович. В чем дело? Не надо никуда ехать, Николай Петрович. Почему же? Я сам скажу, какой там груз. Значит, груз все-таки есть? Есть. Так почему же вы мне раньше об этом не сказали? Пожалуйста, вот подробная опись всего груза. Портьеры плюшевые, 32 пары. Габардиновые, 18 пар. Интересно. Кресла кабинетные кожаные. Кресла гостиные под плюш. Смотрите-ка, все плюш, да плюш, да плюш. А где же бархат? Ну-с, товарищ Козырев. Рассказывайте, как же это все получилось. Вы что же думаете, Николай Петрович? Это я все для себя вывозил? Ну, мне это не интересно. Мне интересно, где компрессор? Компрессор, по-видимому, в пути. По-видимому, компрессор в пути. А вы привезли вот эту вот чепуху? Ну, что вы нервничаете, Николай Петрович? Разрешите мне сказать? Ну, слушаю вас, я слушаю, слушаю. Да я вам под эту чепуху два компрессора обеспечу. Что такое? А вы как думали? Мало того, что вы сами жулик. Ну, полегче, я не жулик. Это вам кажется, батенька Комоч. Повторяю, мало того, что вы сами жулик, вы еще находите подобных вам и на этом строите свою практику. Так вот, не выйдет. Это я вам говорю, не выйдет больше. То есть, успокойтесь, успокойтесь. Да, ничего, ничего. Считайте себя уволенным с завода. Об остальном позаботится суд. Можете идти. Так мне и надо. Совершенно верно. Так вам и надо. Все правильно. Что скажете? Да. И все-таки, Николай Петрович, у меня такое впечатление, что с Козыревым вы погорячились. Да? Ведь вы же убили человека. А что ж, это иногда полезно. Правда, он не так виноват, как вам это кажется.
конце концов, весь этот груз принадлежит нашему же заводу. Ведь это же не воровство. Да вы великолепно понимаете, что это хуже. Хуже, чем воровство. Ведь он нас ввел в заблуждение. Рассчитывая на этот груз, мы построили свою программу. Я не говорю же о том, что в глазах товарища Сталина я теперь буду выглядеть хвостунишкой и мелким лжецом. Николай Петрович, да, пожалуйста, не защищайте его. Этим только вы себя мораете. Николай Петрович, я это говорю не из симпатии к Козырю. Но без него нам трудно будет. Ничего, 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 справимся как-нибудь, не волнуйтесь. Ну, кого вы имеете в виду на его место? А вот думаю попросить пока вас. Что вы на это скажете? Что вы, Николай Петрович? Я не умею этого совершенно. Что не умеете? Блатовать не умеете? Ну и слава богу. Поверьте мне, что в этом деле надо немножко расторопности и побольше честности. Так что, пожалуйста, не отказывайтесь. Да, Николай Петрович. Узнайте про самолет, в крайнем случае поезд сегодня на Москву. Хорошо. Да, затем вот что. Я оставлю письмо. Передайте его товарищу Курочкину. Не спал, все вожу с этой проклятой машиной, а решиться никак не могу, понимаете, не могу. Вы скажите мне, может, я чего смекну? Я ведь тоже теперь заводская. Анна Ивановна, добрая, хорошая женщина, что же может это смекнуть? Стоит машина, и все в ней не точно. То есть теперь не все, много я исправил, но веры-то у меня настоящей в нее нет. И надо эту машину, Анна Ивановна, пустить. Если мы ее пустим, мощность завода увеличится в два раза. Вот как? Да. А если будет авария при пуске, то вся ответственность лежит на меня. Вот и все. А надо пустить. Очень бы просто. Просто. А как же воюют люди? Тоже ведь не на свадьбу идут, а идут же. Вот именно, что верно. Что делать у нас? Опять что делать? Говорит Москва. Говорит Москва. Ой, нет, мы всегда слушаем. Так я раньше тоже слушал всегда, теперь не могу. Там плохо, на душе плохо, вообще все плохо. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск. Вы слушайте, что говорят-то? Включай громче, чего-то передают. 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода фланга фронта выйти к нам в тыл и окружить и занять Москву. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и огромные потери. Победа, мама! Вставайте, мама, победа! Дороги. В
Вставайте! Победа, мама! Вставайте! Захвачено и уничтожено. Верно, бабушка, верно! Победа! Авиации. Танков 1434. Автомашин 5416. Вот оно, когда начинается. 575. Эх, мне бы туда сейчас. 339. Пулеметов 870. Вот что, пойдем на завод. Немцев только по указанным выше армиям. На это время доставляют выше 85 тысяч убитыми. Смотрите, бабушка, на радиокричке. Так ведь победа, мальчик, победа. Информбюро. Кланька! Клань! Гляди, кто приехал! Вам кого? А мне хозяев. Дом никого нет. А где же? Анна Ивановна на работе. Ах, на работе. Ага, ну это так. А бабушка где же? А бабушка тоже на работе. И бабушка на работе? Вот это так. Ага. А ты сама кто ж такая? И это? Ага. А мы приезжие, ленинградские. Да. А сам хозяин-то где же? Хозяин на фронте воюет. А вы меня от него ли? От него. Тогда вы подождите, я сейчас самовар поставлю. Ага. Чайку попьете. Вы только никуда не уходите, а то Анна Ивановна меня зарядить, что вас отпустила. Не уйду. Я сейчас за щепками на двор сбегаю. Читать приятно. Ну что ж, Николай Петрович, подняли мы завод. Погодите. Какой вы хвостун, правда. Вот там хвостун. Дайте спрячу. А, Сергей Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ко мне? Да нет, я только на заряд посмотрю. Пожалуйста. До свидания, Николай Петрович. До свидания. Бои, конечно, тяжелые. Ведь это ночью сделают, как днем. Ракет наставят, светло, на земле прям мурашей видать. А днем, как ночью, черным дымом закроют. Горит все, земля прям горит. Шум хотел взять поначалу. Такой грохот подымал, куда там. Ой, война. Да, на испуг хотел взять, на испуг. Блицкрик шел. Вот именно, крик. Крик криком так и остался. В 14-м годе он тоже с крика начал. Да нет, Василий Тимофеевич, в 14-м годе это совсем не то. Эта война ведь особенная. Я ничего не говорю, особо это так. Отечественная война моторов.
Но я говорю, в 14-м годе тоже до моторов нашло. А нынче мотор не тот. Да ведь, ну, это мотор. Мотор мы знаем, мотор-то от нас. Да, вон на горках. Я говорю, в 14-м годе тоже до моторов дошло. А в гражданскую, шашкой, пулей, штыком. Ну, конечно. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, раздевайтесь, товарищи. Николай Петрович. Здравствуйте. Иван Андреевич. Спасибо, что не применули зайти. Ну, очень рад. Строились, а? Ничего, ничего. Пожалуйста, прошу вас к столу. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите, тут же хозяин. Пожалуйста. Здравствуйте, господин. Здравствуйте. Чужак Костя, ничего не передал? А разве ждешь? Нет, ничего не передавал. Привет велел передать. Ну что ж, на том спасибо, Егор Степанович. Гляди, кто Товарищ Аникеев будет. Правильно. А вы откуда меня знаете? А вот как засмеялись так раз. Танкисты должны знать своих танкостроителей. Это уж обыкновенно. Между прочим, ваш портрет у нас в фронтовой газете печатался. Вот на днях. Да-да, очень приятно слышать. Я не знал, что нам такая честь. Вы на какой машине сражались? На 34-й. Ну и как? Ваше мнение? Прославленная машина. А как было с охлаждением? А с охлаждением были претензии. Нет, но последний шоу. А вы знаете, каких трудов улучшение стоило. А заметили? Теперь вот на фронте большой слух идет. Говорят, новую машину какую-то сделали. Вот приехали получать, а? Да, кое-что есть. Ну, пока. Пойдем, покажись, ребята. Слушай, мать и моя матушка, да ты на что меня хорош развела? Калинка, малинка моя, в саду ягоду, малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягоду, малинка моя. Ты на что меня хорош развела, на дорогу лети ты моя. Калинка, малинка моя, в саду ягоду, малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода, малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода, малинка моя. Побегу. Все-таки гости. А то скажет, забыла хозяйка свою обязанность. Побегу. А ты, Шипка, не бегай теперь. А то мне не угнаться будет за тобой с палочкой-то. Угонь. А побегу да упаду. Упадешь, тебя на руки возьму да понесу. Я ведь сильная.